searching for something new. But all I can see is only you. I'm trying to hold it back. But all my words are painted. Searching for something new. But all I can see is only you. I'm trying to hold it back. But all my words are painted black. I believe. I believe in us. I believe in us. Yes, I do believe. I believe in us. I believe in us. Yes, I do. Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики канала. Как видите, сегодня мы с вами немного погуляли по курорту Миргород. И в этом видео, если, конечно, нормально наложится звук, запишется звук, в этом видео я дам несколько ответов на ваши вопросы, которые вы задавали вот на протяжении нескольких там недель, месяцев, вот с момента там публикации одного из последних моих видео с ответами. Некоторые зрители меня спрашивают, вот Андрей, что случилось, где пропал контент, почему не обновляется канал. Если вы помните, в видео, в котором я снимал аквариум со скатами, я говорил, что есть небольшой момент, почему я не могу сейчас уделить внимание каналу и обновлять видео, как раньше, там 2-3 раза в неделю. Друзья мои, 2 недели назад я стал папой, у меня родилась дочка, дочка Сашенька, малютка, вот, которая сейчас успешно подрастает. Забрал я их с мамой уже домой. И сейчас немного появилось больше времени, чем было раньше. И вот поэтому я вот начал снимать видео, как вы видите, достаточно чаще, чем раньше. Сейчас мы с Сашенькой гуляем как раз вот в санатории. И есть минутка, есть возможность снять для вас это видео. Следующий вопрос, пришел он сегодня мне на Facebook, я вот зачитаю. Добрый день, Андрей, очень понравилось ваше видео по поводу конкурса аквариумов, очень понравилась ваша критика. Прошу вашей помощи как новичку. У меня аквариум 450 литров, молодой скат мотора, 2 попугая 3 гибридных,
стренотус и дельфин. И вдобавок голубой панак в аквариуме. Только объемный фон, в аквариуме только объемный фон, белый кварцевый песок, фильтр JBL 1500 литров в час и внутренний хороший. Также есть UFS-стерилизатор. Первый вопрос. Помогите собрать подходящую компанию для ската, и очень бы хотелось попросить вообще помощи в оформлении укрытий для рыб. И никак не могу определиться, что туда положить. Кормлю утром и вечером. Если есть у вас возможность, дайте ваши рекомендации. Очень раздражает мусор на дне. Каждый день сифоном убираю. Так и должно быть или нет? Давайте начнем с самого аквариума и того оборудования, которое представлено у вас в этом аквариуме. Значит, если вы хотите содержать вот такую компанию, ну, во-первых, скаты 400 литров это уже сомнительно, скат 400 литров это вообще как бы не совсем реально, но чем, говорится, черт не шутит, да, если уж так сильно хочется, если у вас самец, который, в принципе, не вырастет очень большим, то, в принципе, вполне может быть, но вот только та фильтрация, те фильтра, которые у вас стоят, они вообще не годятся никуда. Во-первых, скату нужна протока, либо хотя бы там подмены воды раз в два дня. А, во-вторых, скату нужна площадь дна. То есть говорить сейчас вот о каких-то там укрытиях для рыб и так далее, забудьте вообще. А если вы держите ската, то дно должно быть открытым максимум, там какие-то несколько небольших окатанных круглых камней. Вот. Относительно вот этого всего соседства, которое вы написали, значит, что хочу сказать. Я бы убрал вообще из этого аквариума всю рыбу полностью, пустил бы поверху какую-то аравану, либо там стайку какой-то хароцины, тех же метинмисов, либо мелеусов, и на этом бы поставил точку. Потому как скат достаточно много кушает, и он не только какает, но и писает. И в воде и без того будет очень много мочевины и аммиачных соединений. Если содержать вот такой винегрет, который у вас в аквариуме, вам будет очень сложно с его обслуживанием. Значит, JBL 1500 литров в час и там какой-то там внутренний фильтр, это все фигня. Вам как минимум таких JBL нужно штуки 2, а то и 3. Для того, чтобы осуществить качественную биологическую фильтрацию. Ну, смотрите, на механику, тут говорить про какие-то там внутренние фильтра, помпы с мочалками и так далее. Когда ваш скат подрастет, он все это дело будет постоянно отрывать и переворачивать. Поэтому, конечно, идеальное решение это самп и протока, но если возможности этого сделать нет, то несколько мощных, хороших внешних фильтров, которые будут создавать хорошее течение и смывать все фекалии. Ну, вот как-то так. Значит, еще раз повторюсь, насчет населения пересмотрите еще раз, там панаки, то все, это все не соседи для ската. Значит, в таком объеме это максимум там скат и еще одна аравана, либо там небольшая 5-7 штучек, там каких-то метинисов, либо мелеусов. И все, забудьте про всю остальную рыбу, которую вы перечислили в этом списке. Либо, опять же, продавайте ската и тогда уже делайте коряги, и делайте уже какие-то там укрытия для рыб и так далее, и так далее. Следующий вопрос звучит следующим образом. У меня погибли все неоны, тетры и барбусы. Какое-то инфекционное заболевание появилось в виде нароста на рту. Также было светлое пятно на спинке. Применяла сера бактопур. Сначала заболевание. Может, кто-нибудь подскажет, чем болели рыбки и как надо было лечить? Значит, смотрите, применять какие-либо лекарства или там химию без понимания, чем болеют ваши рыбки, это категорически, ну, я против этого, это первое. Во-вторых, на канале есть несколько видео, по которым вы могли бы, просмотрев их, поставить диагноз своим рыбам. Либо, если вы не найдете, тогда уже... ну, как минимум, как вариант, вы можете обратиться ко мне непосредственно в Телеграме, либо на Фейсбук. Но, друзья мои, вот такого рода вопросы, либо там просьбы, я не знаю, желательно все это дело подкреплять следующим образом. То есть сбрасывайте фотографию рыбы, описывайте свой аквариум, объем обслуживания, оборудование, как часто делаете подмены, чем кормите рыбку, чтобы я имел хотя бы такое поверхностное понимание, то, чем вообще могла рыбка заболеть. В противном случае мне очень тяжело
понять, что там где-то там за пятнышко появилось у вашей рыбки и почему они начали умирать. Следующий вопрос. Подскажите, у моей рыбки на голове появились дырки. Корм тетрациклин стикс, кормлю 2 раза в день. У всех рыб все нормально, а у цитроновой циклозомы дырка, и она постоянно увеличивается. Что делать? Значит, смотрите. Во-первых, кстати, вчера, либо позавчера я с человеком в Фейсбуке общался точно на такую же тему, только там имело место не цитроновая циклозома, а хорн. Значит, во-первых, что нужно сделать? Я только что говорил, да, то есть Telegram, есть Facebook, скидывайте фотографии, описывайте свой аквариум, обслуживание, и тогда уже мы можем с вами дальше о чем-то говорить. Ну, хорошо, что вы написали, что вы кормите кормом тетрациклин стикс. Значит, причиной возникновения так званой дырочной болезни на самом деле основные причины есть две. То есть первая причина — это некачественное кормление. Вторая причина — это некачественное обслуживание аквариума, избыток нитратов и фосфата в воде, что в свою очередь приводит к заболеванию дексаметоза. Значит, о том, как делать профилактику, лечить эту болезнь, видео есть на канале. Я, если не забуду, обязательно положу ссылочку под этим видео. Вот, что я вам хочу сказать. Для того, чтобы беречь своих цихлид от заболевания дексаметозом, нужно всего-навсего две вещи. Хорошая фильтрация и частые подмены воды, и разнообразный корм. Тетрациклин стикс — это один из тех кормов, которые, ну, я не хочу сказать, что это плохие корма, но это один из тех кормов, которые имеют в своем составе очень много белков. И как раз, все мы, я думаю, знаем, да, что дексаметоз — это не болезнь дырок на голове, это в первую очередь болезнь в желудке у рыбы. А дырки на голове, там избыточное выделение слизи, фекалии, которые тянутся, это уже симптомы. Так вот, из-за частого либо постоянного кормления сухими кормами, в частности тетрациклин стикс, рыбки, цихлиды очень часто болеют дексаметозом. Пересмотрите свое кормление, сделайте замеры воды в аквариуме и постарайтесь разнообразить корм и делать подмены более чаще. Опять же, насчет лечения ничего говорить не буду, об этом есть уже отдельное видео на канале, так что смотрите, листайте, я постараюсь положить ссылочки под этим видео. Уважаемый автор, появилась возможность взять 300-литровый аквариум с хорошей внешней фильтрацией. Помогите подобрать население, очень нравятся акара бирюзовая, северумы, хорны. Сколько и кого можно вместе поселить? Уважаемый зритель, на самом деле 300-литровый аквариум — это достаточно небольшая банка, и хорошая фильтрация — это достаточно такое, абстрактное понятие. У каждого оно свое. Для кого-то губка с мочалкой — это хорошая фильтрация, а для кого-то 2 флювалевских и 6-нечника — это так себе. Так что оборудование стоило бы описать более конкретно. Насчет помощи с подбором населения, скажем так, смотрите, значит, кто у нас здесь есть? Акара бирюзовая, северумы, хорны. С хорном точно, как бы никакая другая рыба жить не будет. То есть пока хорн маленький, он будет более-менее спокоен. Но когда хорн подрастет, все остальные рыбы будут как минимум сидеть по углам. То есть это достаточно агрессивная рыба, одна из самых агрессивных. И, скажем, рассматривать хорна как соседя с такими рыбами, как северум, к примеру, я бы вообще не стал, потому что северумы — это одни из самых таких няшек. Значит, акара бирюзовая, пара бирюзовой акары и пара северумов вполне имеют право на жизнь в общем одном аквариуме. И если у вас будет сделано правильно зонирование аквариума, то есть он будет какой-то корягой поделен на 2 части, чтобы в одной части могла жить себе спокойно одна пара рыб, во второй вторая пара рыб, то в принципе вполне имеет право на жизнь. Можно еще какого-то там сама пустить на дно, но не больше. И если вы будете делать в аквариуме 300 литров винегрет из крупной циклиды, рано или поздно вы столкнетесь с заболеванием дексаметозом.
И где-то там прошляпил сделать подмену воды, где-то там перекормил рыбу, постоянные будут вспышки нитрата в воде. Это никому не нужно, это лишние танцы с бубном. Мы же делаем аквариум для того, чтобы им любоваться, а не для того, чтобы постоянно в нем мыть руки. Так что не горячитесь запускать со старта много рыбы. Посадите 1-2 пары крупной циклиды, можно в мальке, и пусть они потихоньку на ваших глазах подрастают. Следующий вопрос. Сколько штук пираний можно заселить в аквариум без сампа и супер-пупер фильтрации? И как она относится к течению? Значит, смотрите. Ну, во-первых, без супер-пупер фильтрации можно заселить много пираний, в зависимости от того, какой объем у вас аквариум. В прошлых видео, либо в комментариях, не помню точно, я уже говорил, что в принципе стаю пираний там, от 5 до 10 штук можно смело посадить в аквариум от 200 до там, 400 литров, и они себя достаточно комфортно будут там чувствовать. Что нужно для того, чтобы поселить такую стаю? Ну, во-первых, сам аквариум. Во-вторых, супер-пупер фильтрация. Ну, пиранья достаточно грязная рыба. Она кушает, отрывает большие куски и во время кормления достаточно сильно мусорит. И если у вас не будет должной фильтрации, в аквариуме у вас будет стоять постоянная муть, да и вонять из него будет, наверное, тоже нехило. Вот. Ну и в таком аквариуме, конечно же, хорошо бы было бы сделать несколько укрытий, потому что пиранья достаточно пугливая рыбка, и ей нужно место для того, чтобы прятаться. Пиранья любит спокойную воду, и если у вас будет сильное течение в аквариуме, она будет забиваться по углам, прятаться, и, конечно же, на течении плавать она не будет. Поэтому, если уж вы и... А течение, ну, в принципе, оно-то по-любому должно быть, но оно должно быть мягким. То есть, там с помощью поток воды можно разбивать просто с помощью флейты, либо направлять его на стекло, да так, чтобы просто рыбку не сносило. Потому что сильное течение пиранья не любит. Следующий вопрос, вот достаточно интересный такой вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему вы не пользуетесь магнитной щеткой? Для этого не нужно мыть руки в аквариуме, а стекла она очищает великолепно. И еще, как же хлорка, которая содержится в водопроводной воде? Я понимаю, если стоит фильтр, тогда все окей. Значит, во-первых, никто не говорил о том, что я не пользуюсь магнитной щеткой. Конечно же, я ее пользуюсь. Я пользуюсь ею в аквариуме на 660 литров, потому что он стоит у меня достаточно высоко и постоянно лазить туда не совсем удобно. Я пользуюсь магнитной щеткой в аквариуме с пираньями, потому что, ну, как бы ни крути, но лишний раз полоскать руки в аквариуме с этой рыбой как бы не особо-то и хочется. Ну и, конечно же, я пользуюсь этой магнитной щеткой в аквариуме, где у меня плавает скат. Вот. Но из личного опыта скажу вам, что никакая магнитная щетка, даже самая мощная, даже самая крутая и самая дорогая, не заменит вам куска кухонной губки либо куска ковролина в руках, потому как все равно оставляет небольшой налет. Это лично мой опыт. Не буду спорить, возможно, у кого-то по-другому. Относительно хлора в воде, скажу следующее. Если вы делаете подмену 10-15, а то и 20%, заливаете там, ну, не то чтобы очень тонкой струйкой, ну, вот, например, шлангом из крана, да, на пол мощности крана, то, во-первых, в процессе такого заливания уже процентов 20-30 хлора из воды испарится. Во-вторых, то количество хлора, которое есть в этой воде, никаким образом, никаким боком рыбе точно не навредит. Если же вы подмениваете 70, 80, 100% воды, перемываете все грунты, декорации, убиваете всю биологию аквариума и заливаете воду из-под крана с хлором, то, конечно же, да, рыба погибнет, она не выживет однозначно. Следующий вопрос. Может ли влиять мраморная крошка в качестве грунта на самочувствие остроносцев? Ну, на самом деле нет, потому что мраморная крошка – это нейтральный грунт, который никаким образом влиять на самочувствие не может, если это точно мраморная крошка. Вот второй момент, какая его фракция и сколько фекалий между него проваливается – это уже совсем другой вопрос.
и вам стоит как раз задуматься над этим. Подскажите, у кого можно заказать такое чудо? Ну и если сталкивались, то примерная его цена. Имеется в виду тетрадон Фахака. Друзья мои, ну тут далеко в лес ходить не надо. Заказать любую рыбу из той, которую я показываю в своих видео, можно у меня, как в мальке, так и уже в подрощенном варианте. В принципе, вся та рыба, которую вы созерцаете в моих видео, практически вся рыба продается. И если что-то вас интересует, пишите мне либо в Telegram, либо в Facebook. Ну и последний на сегодня вопрос. Подскажите лекарство для рыб при болезни почек. Симптом — изгиб тела золотой рыбки. Уважаемые зрители, на самом деле я не знаю, откуда вы взяли, значит, что у рыбки болезни почек. Это первое. Второе, советую вам посмотреть, есть отдельная рубрика с болезнями рыб, и там есть симптоматика, и четко описывается несколько вот схожих симптомов. Поэтому советую вам пересмотреть эти видео, и там же вы найдете и симптомы, и способы лечения, и ну, много-много другой информации относительно вот вашего вопроса. Если же вы там не найдете того, что вас интересует, ну тогда что, пишите мне в Telegram, значит, описывайте, присылайте фотографии, присылайте, описывайте свой аквариум, и уже по месту уже будем решать, что и как лечить вашу рыбу. Друзья мои, на сегодня все. Я всех вас благодарю за то, что посмотрели это видео. Желаю вам всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока, до новых встреч!